один из трендов этого года. Классические, графические, двойные, цветные, в общем, любые. Но для того, чтобы делать такой макияж, нужно сначала научиться правильно рисовать классику. Каждому типу глаз свое построение стрелок. Если глаза близко расположены друг к другу, то лучше немножко отступать место от внутреннего уголочка и вытягивать стрелки больше к вискам. Если глаза широко расставлены, то наоборот. Мы доводим стрелочку до внутреннего уголка. На круглых глазах нам нужно сделать акцент на внутренней части, то есть межреснички и слизистой. Лучше ее затемнить, а на маленьких глазах наоборот. Нам нужно сделать упор на тушевку тенями, для того, чтобы стрелка не сузила глаз еще больше. Обладательницам миндальной формы повезло, им подойдут почти любые стрелки. Выводить их можно жидкой подводкой, подводкой-фломастером, тенями и карандашом. Предварительно Маша на мне уже мейк сделала, поэтому сейчас на один глаз она мне будет делать стрелку, а на втором я постараюсь повторить. Начинаем рисовать стрелочку, прорисовываем линию над верхними ресницами и двигаемся от внешнего уголка к внутреннему. Не стоит пытаться сразу прорисовать толстую линию, можно провести тоненькую, а по мере надобности уже утолщать ее. Далее нам нужно определить направление стрелки, это самое важное. Здесь мы должны ориентироваться на нижнюю межресничку. Мы смотрим, как идет нижняя межресничка, и как бы продолжаем ее, рисуем кончик стрелки, хвостик. Чтобы кончик выглядел остренько, нам нужно взять чистую кисточку и немножко подтянуть хвостик. Недочеты можно поправить с помощью корректора. А теперь смертельный номер, моя очередь. Помните, если на глазах стрелки, ресницы обязательно должны быть накрашены. Я, конечно, не стрелочных дел мастер, такая же красота, как у Маши, у меня не получилось, но практика и без всяких трафаретов, скотчей и всего, насколько я понимаю. Все правильно, Лера. Главное научиться и практиковаться. Ведь стрелки – это как велосипед. Однажды научились кататься, и уже не разучитесь. Катайтесь.